Спасибо, что вы с нами, мы продолжаем. Сочинение на свободную тему, как мы провели свои выходные. Уехали подальше от душного города на природу. Нашли в лесополосе грузди. Собрали, почистили, вымыли, вымочили в воде. 3 раза отварили для удаления горечи. Положили в измельчитель и измельчили на 2 скоростях. Открываем крышечку и добавляем специи. Поджаренный измельченный чеснок. Соль. Перец по вкусу и поджаренную петрушку. Совершенству нет предела, вы при желании можете положить любые другие специи по своему вкусу, по своей фантазии. Закрываем крышкой и прокручиваем еще раз. Открываем крышку и получаем паштет самый вкусный в мире. Хоть поверьте, хоть проверьте. Это просто заглядение, это просто объедение. Минимум калорий, максимум витаминов и пользы для здоровья, для повышения иммунитета. Все экологически чистое. Спасибо, что нажимаете кнопку «Палец вверх», подписывайтесь на наш канал, пишите комментарии, делитесь с друзьями. До новых встреч, делитесь своими рецептами.